Приветствую вас, дорогие наши зрители, Trenches, хоррор-игра на выживание времен Первой мировой войны. Это игра ужасов на выживание от первого лица, в котором предстоит ворваться из клаустрофобной среды и пережить войну глазами солдата, оказавшегося в тылу врага в этом сюрреалистичном кошмаре, борясь за свою жизнь и здравомыслие, чтобы вернуться живым домой. Вот. Игра с отсутствием русского языка, конечно же, хотя может быть и есть, обычно иногда и даже чаще бывает скрывают. Вот, график enable. Так, все на ультра автоматически определилось. Игра сделана на Unity. Ну что ж, первый взгляд, погнали. Start new game. Так, это у нас 1917 год. Прекрасно. Так, tap инвентарь. The door is the light behind the... Я вспоминаю детство. 18. Так, ну тут вроде просто идем. Так, у нас есть инвентарь. Ля, тут еще прятаться надо, прикинь. Так, крыса где-то есть. Так, что, направо или налево? Q. Ну, в принципе, бросить, забросить. Так, ну давай сходим сюда. Здесь, скорее всего, закрыто, да? Ильича вилл. Комет. Так, здесь тоже прятаться. Ля, ну прям какой-то аутласт начинается. Ля, сколько... Ля, ну тут мне нужен русский язык, я вам ничего не переведу. Мне кажется, что ты даже топаешь, сейчас это все как-то отразится, не? Потому что, видишь, тут вообще много всего. Там ребенок. А, тут микрофон взаимодействован еще и слух. Ага. Ля, топает, конечно, писец. Что-то посмотришь, прям такие идеальные, блин, даже все. Так, это куда? Бля, здесь походу лабиринт. Здесь походу лабиринт. Ну да. Куда же без кукол? Ну здесь тупо тупик. Идем дальше, получается, что я могу сказать. Так, налево, прямо, давай налево. Блин, выдыхается еще так быстро. Хочешь жить, ёпта, придется тут... Странно, что здесь не... вообще никого нет. Так, гильза. Снаряд. Что это такое? Подожди. Это вж... А, это... Evacuation Nurse по Драковаске. Так, я взял ключ, получается. Бля, лопаты запендюрили и зашили. Так, а ключ-то от чего? Кто-то ходит. Бля, кукла, смотри, смотрит на меня.
Сейчас начнется здесь полный звездец, походу. Сирены пошли. Просто ключ... Я не помню, там было несколько входов или... Ну, мы же все открыли вроде, не? А, нет, одна закрытая была дверь, где был спрятан ребенок. Ну, вроде якобы, да? Но кукла-то повернулась. Что-то я... Бля, посмотри. Бля. Что сейчас было? Подожди. Давай. Бля, кишки, прикинь. Следуй. Так, найди 9, что-то там. Следуй туда-то по пути. Бля, тут лабиринты сплошные. Получается. Нет, ну так как бы типа атмосферно, но... Больше все-таки это какой-то симулятор ходьбы, да? Ох ты, ёпта! Бля, и как здесь найти вообще правильный путь, по сути? Бля, мне кажется, или он кто-то за мной преследует, или это... Пар. Так, ну здесь хотя бы тупик. Там записки, скорее всего, было написан правильный путь, как мы должны были идти. Типа меня вообще не видно, да? Ёптой мать, пиписька. Что здесь творится, бляха-буха? У меня аж собака подпрыгнула от моих испугов. Здесь тоже, да, скорее всего, тупик будет. Ну, допустим, ты такой, типа, меня напугал, ну, типа. Здесь вообще... Опа. Help, please. Сорян, братан. Тебе уже ничего не поможет. От слова совсем. Ну видишь, получается, есть свист... Японская сучка, ты чё творишь-то? Получается, пробел — это свисток, который, видимо... Ля, мой бог.
Я уже вообще после такого всего даже не понимаю, куда мне идти. Так, ладно. Это писец, вот эта рука была, это вообще что? Так, это какая-то картина. Бля, я здесь, я не знаю, я... заблудился уже точно. Все, какие-то странные звуки пошли. Допустим, если мы пойдем на звук. Куропатка старая. Вот сюда, да? Идет кто-то. Твою мать, куда прятаться? Здесь везде тупики. Ля, он где бегает тот? Love you XXX. Как будто... Уходим. Ля, звуки просто психологические, честно вам говорю. То есть вот эти писки, сосиски, вот эти, это вообще что-то с чем-то. Но я так понял... Помолчи, пожалуйста, я говорю. Вот, короче, в чем смысл, я так понял. То есть тебе нужно собрать куклы. Вот, но чем больше ты их собираешь, тем больше, сильнее фаза активности, соответственно, монстр. Вот, потому что при первую мы собрали, мы более-менее ходили и просто слышали звуки. Второй он уже начал топать и ходить за тобой. А дальше, мне кажется, все сложнее и сложнее. Ну, блин, лабиринт, конечно, жесткий для ориентирования. Вот, и плюс еще микрофон активируется, то есть я не могу говорить постоянно, он меня слышит везде. Вот, и соответственно вот эти свистки, видимо, для, чтобы отгонять, да, скорее всего. Вот, ну, вот как-то вот такой вот хоророчек, если вам вдруг нравится, то обязательно рекомендую, в принципе, поиграть. Классно, я испугался за эти прекрасные 13 минут, я реально испугался. Вот, на этом у меня все. Не забудьте ставить лайки, подписываться, вступайте к нам в Телеграм и подписывайтесь на YouTube канал со стримами. Вот, все, всем пока.